В минувшие выходные люди высокого возраста отметили свой праздник. День пожилых людей отмечается во всем мире с 1 октября 1991 года. В Ненецком округе людей высокого возраста поздравили творческим концертом «Мы согреем вас светом и радостью», который прошел во Дворце культуры «Арктика». Виновников торжества со сцены поздравили яркими номерами. С поздравительным адресом от лица губернатора Ненецкого округа выступил руководитель Департамента региональной политики Ненецкого округа. Этот светлый и добрый праздник повод выразить вам, дорогим ветеранам войны и труда, людям высокого возраста, нашим наставникам и старшим товарищам искреннюю признательность и уважение за многолетний созидательный труд, терпение и мужество, которые заложили основы нашей сегодняшней жизни. Особые слова благодарности и пожелания в адрес ветеранов округа от имени окружного собрания депутатов зачитал Александр Лутавинов. За вашими плечами большой жизненный путь, ознаменованный успехами в труде на благо России и родного края. Становление и развитие Ненецкого округа – ваша заслуга. И сегодня мы высоко оцениваем ваш вклад, гордимся достигнутыми результатами, сердечно благодарим вас за это. Вы являетесь хранителями традиций, подаете молодому поколению пример патриотизма, порядочности и справедливости. Спасибо вам за вашу любовь и терпение, сердечность и умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. Напомню, в Ненецком округе проживает более 13,5 тысяч пенсионеров. В регионе для людей высокого возраста предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки. Одной из основных является ежемесячная доплата к основной государственной пенсии, осуществляемая за счет средств бюджета округа. Ежегодно на эти цели из окружной казны выделяется более 500 миллионов рублей.